Всем привет, друзья! С вами снова я, Жека. Ну и сегодня мы с вами продолжаем играть в эту замечательнейшую игру под названием Surviving Mars. Мы также продолжаем запускать на планету ледяные астероиды, потому что мы уже довольно близко. У нас уже 60%. Вот, уже везде, смотрите, какая красота становится, да? Обалденно, обалденно. Я, кажется, скоро под водой окажусь. Ну ладно. По факту дела, да, игра это не позволит мне под водой оказаться, но по факту, если бы тут было все как и в реальности, я бы уже под водой оказался. Так. Так. Едь. Вот. Но в этой серии, на самом деле, я запланировал большое строительство. И это, ребята, то, что давно требовалось. Столица. Вот оно. Дальше. Живу дронами. Идем дальше. Все построено. Спрятано. Так. Опять я забыл сделать скриншот на превьюшку. Ну вот будет такой. На самом деле все красиво выглядит. Ну и здесь сразу может будет размахнуться. Так, ладно, идем дальше. Терраформирование. Лесопосадки. Funding received. Семена. Дальше. Бетон. Склады. Еда. Всюду расфасуем еду на самом деле. Так. Металлы. Так, ладно. Я вас понял. Запускаем производство дронов. Что нам еще нужно? Также нам нужны полимеры. Также нам нужны запчасти. Все напхал. А ну потом дальше посмотрим. Топливо осталось закинуться. Что, строим столицу? Так. Иди сюда. И продолжаем чистить планету. Research complete. Мир снов. Прошло. Так, ну что у нас тут, какой у нас процесс идет? Вообще еле-еле душа в теле. Расход! Есть контакт!
Расход пошел огромный. Все, ребята. Скоро мы от шлака избавимся. Марсианская сеть. Вместимые ангары. Все. Что поехало. Funding received. Ребятки. Да уж, неплохо работаем. Просто все наша колония. Вот чисто вот так вот будет. Какой-то ужас. Bjorn sings about breaking up and leaving. Так. I don't think he will leave the highest hockey league, though. I think he will leave the lower musical league in favor of a higher one. Makes sense? Here he is now, in collaboration with Paradox Interactive, Bjorn Bjork singing his song, Leaving You Now. Работает еще, да. Все работает. Да, ребята, это сложно. Уже потом вот... Поначалу все легко и просто, да? Я спорить не стану. А потом, когда людей становится полным-полно, ты уже начинаешь жалеть, что начал. Отлично. Я еще сюда электронику буду таскать теперь. Milestone achieved. Подожди. О! Хорошо, и важная веха. А как эта хрень работает? Так, теперь давайте его немножечко украсим. Немножечко. Маленькая ли? Funding received. Да, ребята, это сложно. Кстати, мне скоро пора заканчивать видос снимать. Так, фонтан. Статуя. Еще один фонтан. Ну, для начала украсим. Маленький садик. Так. Да. Ладно, еще фонтанчик. Остальное потом посмотрим. Но походу вот основное количество людей будет жить там, в столице. Так. Где у нас еще пример? Во! Собирай. Эпическая сила, сколько шлака. Да. Что у нас там происходит? Прочные постройки. 96% света уже. Так, давайте. Так сделаем теперь. Research complete. Тщательно. Так, ладно. На самом деле, для
сначала нам нужно построить кафе. Кафе. Госпиталь. И гастроном. И на еще статую. Также мы строим сразу пункт охраны. Funding received. Че еще нам надо построить? Давайте в театр. И у нас уже первый житель. Ладно, на вот вам дом. Маки-маки. Хоровод, хоровод. Шмар. Ясли. Давайте еще что-то подкнем. Сейчас и поубирайте последствия. Да, ребятки. О, полетело. Так, значит, как у нас дела с выпаривателями? Бекум один. Ладно, ребятки. Это просто кошмар. Во-первых, мы летит фига и больше. Идем дальше. Еще один дом. Хронология. Система водоочистки. Сетевой уровень. Research complete. Funding received. Забыл. Так. Так. Что бы мне еще? Такое такое исследовать. Что? А, это еще рано. Так. А давай. Ладно, посмотрим. Так. Идут, идут жители постепенно. Школа. Марсианский институт. И что бы нам еще поставить? Что тут плотненько? Так. Чёрти куда вы, Саша? Лишь бы высадить. Полимеров, кстати, уже достаточно стало. Теперь с одной проблемой мы разобрались. Давайте выгрузим сразу.
должно быть его еще. Еще раз улучшить. 800 запчастей. Так. А, почему бы и нет? Тем более там был полный. Можно его временно потом выключить. Я не поскопим, может быть, его временно вырубить. О, молодцы. Еще. Давайте. Конечно, ребятки, я не ожидал такого прогресса. А, тут шлак потащили. Немножко. Эти работают еще. Хорошо. Думаю, у меня есть выбор. Надо же людей как-нибудь занимать. Как-то. Что же нам еще построить такое? Это нам. Все в кустах, в лишайнике уже все. Что не доберется, по идее. Давай еще домики. Строим дома в неимоверном количестве. Funding received. Так. Давайте до 30 миллиардов заработаем и все на это. Думаю, что им еще необходимо. Не хотел, вспомнил, что летел. Большой сад. На. Что-то, чтобы им было где отдохнуть. Нет, слишком маленькая. Нет, сад тоже нет. Маленькая фигня. Так, давайте мы им воткнем тогда. Research complete. Спортивную площадку. Так. Так. Площадка есть.
очередной дом есть. Это сейчас скоро построится, это тоже скоро построится. Вот. Открываем смену. Иначе людям работать будет негде. Улучшение сразу. Парк открыли. Funding received. Да, расход большой. Замечательно, я так этого и добивался на самом деле. Замечательно. 65% уже. Просто превосходно, я вам скажу. Идем. Космобар. Строить, строить. Так, производство. Прям на этом. Прям на месторождении. Закончится, я сам получу помещение. Так, хорошо. Обалдеть. Все в деревьях просто становится. Да, ребята, вот такой вот Марс может стать с нашими темпами. А где? А где астероиды? Ладно, засеиваем Марс. Ускоряем процесс. Вы издеваетесь. Ну, что у нас тут осталось? Когда же вы их израсходуете? Шлака полно просто. The latter is a kind of martial art that combines dance, acrobatics, and music in an odd but entertaining blend. Just remember, just as lethal as any other beautiful fighting style. If you don't get to see stars from being kicked in the face by a capoeira master, or from drinking a bottle of cachaça, you could just pay a visit to the Agencia Espacial Brasileira. Funding received. Я хочу это построить. Я хочу это построить. Ну и люди постепенно перемещаются уже. Уже однозначно хорошо. Вот, эти астероиды. У нас уже ракета на другую миссию летит. Тоже весьма важно. Так, ребят. Research complete. Есть. Мы
Так. Ускоряет накопление очков науки в куполе. Да. Склады. Склад редких металлов. Да. Лишним не будет. Работайте. Работайте. We have a food shortage. Надо было пожрать, прежде чем идти работать. Блин. О! Я на самом деле ждал этого момента. Так. Сейчас я вам почитаю эту информацию. Так. Funding received. Марсотрясение. Неожиданно по полу проходит дрожь. Канцелярские принадлежности в вашем кабинете начинают валиться на пол. Несколько минут спустя вам приносят подробный доклад. О существенном повреждении нескольких построек в результате марсотрясения. Эпицентр марсотрясения приходится на место под шахтой Махаровича. Тот факт, что больше всего оказалось повреждены постройки поблизости от шахты, тоже позволяет считать ее причиной толчков, подземных толчков. Отключить шахту Махаровича и укрепить ее фундамент. Цемента. Принудительное техобслуживание 100 цемента. Продолжайте бурить. Новые марсотрясения в последующие 10 солов. Астролог. Давайте вместе подумаем, как улучшить конструкцию шахты во избежание подобных случаев. Давайте это вот воткнем. We have a food shortage. We have a food shortage. Да потерпите, вот вам на. Что, у нас пищи мало, да? We have a food shortage. Сами для себя образуйте место работы. Сюда. Раньше. На. Стройте. We have a food shortage. Сейчас все будет, успокойтесь. Вот, и сейчас заодно построим тут раньше. We have a food shortage. У нас все будет в ажуре. Замечательно. Вместительные ангары. 1000 кап. Ребят, извините, но ебать его в сраку, 1000 колонистов. Боже мой, какая раба людей. 243 только в столице живет. Вы там как кролики начали плодиться, что ли? Извините за выражение, это настолько красноречивое, но
Это ж ёбнуться можно! Космический лифт. Всё! Вырубаем. Отлично. Все эти аномалии. Research complete. Жен... А. О, сейчас полетит скоро. Хорошо. Это же просто кошмар. Сколько народу, ребят. Вы только представьте эту картину. Да. Да. На. Вот, ребята. Будете работать? Сработало. О, божечки, тысячи колонистов. И они все... И они все плодятся. Ракета полетела засеивать планету. А, фрукты. Давайте это. Лишним не будет никогда. Сколько у нас хит-то производится? 119, расход 211. Да. Вообще, нам надо тогда строить жизнеобеспечение. Драконная фирма. Да. А давайте раз, два. Просто две гидропонные фермы. И... Жилой блок. Да. Вещи не будет. Так. Парей. Овощи. Дальше смотрим. Микрозелень. Водоросли. И ламинарий. Все. Тоже можно автоматизация. Оп. Главное, что постепенно скапливается. Потом включу канал с еда. Редкий металл подкопится, я включу его, пускай поторгую чуть-чуть. Вот так вот, ребятки, колонию развивать. Вы думали, это так просто? А фиг там. Да, вот это настоящее испытание. Давайте еще домик для красоты. На. Просто уйма рабочих мест. Уйма домов строится. Это просто кошмар какой-то, ребята. Уйму еды еще надо. Кстати говоря. Извините, жизнеобеспечение, грибная ферма. Еще построим живое место. Вот. Не жилое, а рабочее. И давайте открытое раньше. И сразу даже трубу, походу. Вот конец труба, вот конец сразу. По идее. Эть.
Это сложно. Это очень сложно. Пускай работают на фермах даже, я не знаю. Да, ребята. Это не то, что сложно, это практически нереально. Это все сделать. Resources are low. Понял. Блин. Я знаю, что я здесь построю производство. Машиностроительный завод. На. Все. Раз запчастей становится мало, то строим машиностроительный завод. Электроники полно. Свинья. Корова. Resources are low. Все уже успокоились. Research complete. Угодная коррекция поведения. Производство шлака. А, нормально. Я думаю, справимся. Очень хорошо. Замечательно. Склады. Семенные. Построится, у нас будет еще лес. Мало еще решайника посадилось. Но все равно расходовать их некуда. А чем больше, тем лучше. Вот. Так, трава, старник. Вот это сейчас будет 0,9, по идее, леса посадок. Да епическая эта сила. Еще хотите домов? Стоп. Ну на. Идем дальше. На. Идем дальше. Освобождается вообще. Нифига подобного. Но как же красиво, а, ребята. Ладно. К сожалению. Но к моему же счастью. На данный момент пора закончить. Я пошел отдыхать. Ну нафиг. Ладно, не ну нафиг, но все равно, да. Все это, конечно, красиво, замечательно. У нас все очень хорошо процветает. У нас дожди идут. Мы почистили всю доступную нам территорию от загрязнений. Загрязнений, созданными этими ядовитыми дождями. И сейчас будем спокойно, мирно развиваться. Как спокойно, мирно? Нам осталось добить воду до 100%. И лесопосадки до 100%. Растительность точнее, да?
Смотрите, как уже планета постепенно начинает. Тут уже чуть-чуть зелени, там чуть-чуть зелени. В общем, будем постепенно разбираться. Research complete. Будем постепенно с этим разбираться. И постепенно-постепенно идти уже ближе. Ребят, мы самые богатые. Замечательно. Постепенно-постепенно идти к тому, что будет у нас самая большая колония на Марсе. Она уже самая большая из существующих двух-трех. Она уже самая большая, походу, да? Давайте я проверю. Сколько тут жителей? 238. 307 построек, 1137 колонистов. Во как. Ладно, ребята. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Рассказывайте всем про существование моего канала. Подписывайтесь на мою группу в ВК. Вступайте в мою группу в Одноклассниках. Приходите еще на мои видео. Буду рад всегда. Буду вас ждать с нетерпением. Продолжим дальше развивать нашу, уже не побоюсь этого слова, огромную колонию. Дальше будет только интереснее. У нас полно еще проектов, которые мы еще не выполнили. У нас полно неработающих людей. Тоже. Давайте космополищины воткнем. Потом будет втыкать. Так. Давайте это вот к нему еще. О, замечательность 17%. 3, 2, 1. Все дружно охнули и начали ликовать. Проект прошел успешно. Ракета, наполненная миллиардами семян, в несколько хорошо спланированных этапов разбросала свой груз над большим участком. Большинство этих семян пустят корни, и зеленые проросты будут поставлять кислород в молодую марсианскую атмосферу. Поздравляю, мы с вами посадили первые деревья не на нашей территории, а на территории Марса всего. Замечательно, ребятки. Продолжаем в том же духе, и скоро мы не узнаем эту планету. Ладно, ребят, на этом у меня на сегодня все. Research complete. Да еще и это. Вот не дает мне закончить. Вообще. Давай это. Ладно. Парниковый Марс. На самом деле расход растет, производство тоже растет, но расход пока что больше. О, какая траншея уже выкопалась. Да пофиг пока что. О, кстати, очистилось. Где бы что-то уже. Отдавайте. Отдавайте, я сразу сюда бахну. Пускай таскают. И заодно посадим ракету. Ладно, ребятки. Я сейчас отправлю ракету на астероиды. На захват астероидов. Ну и завершаю на этом видосик. Вот так вот, ребятки. Это было просто что-то с чем-то. Ой, как зелено уже везде. Оп, попались. А, нет, ребята, что я делаю? Я вообще не то выбрал. У нас же две аномалии. А толку? А как толку? Люди, вас ждут исследования. Ладно, ребят, на этом действительно все. Всем еще раз большое спасибо за внимание. Вот так мы сегодня развились массово. Просто массово. Я никогда бы не подумал, что у нас так выйдет хорошенько развиваться. Да. Да пофиг.
мята электроэнергии хоть одним местом кушай. Но уже, конечно, меньше. Но тем не менее. Ладно, ребят, спасибо за внимание. Всем удачи. Ну и всем пока-пока. Мы еще с вами обязательно увидимся.